Добрый день, Елена Корзинок. Проект «Территория роста». В этом видео я расскажу, как с помощью интернет-банкинга оплатить заказ Oriflame. Интернет-банкинга именно Беларусьбанка. Вы заходите в интернет-банкинг, дальше заходите в раздел «Платежи и переводы». После этого вы заходите в раздел «Система расчет ЕРИФ». И ваша задача зайти в «Общее в системе расчет». Вы заходите в общие республиканские платежи, после этого вы находите прочие республиканские услуги, вы заходите туда в раздел, и в прочих республиканских услугах находите компанию Oriflame. Дальше Oriflame Cosmetics, Oriflame. Нажимаете туда, выбираете платеж, откуда будет совершен. И после этого номер плательщика вы здесь не вводите, то есть это не столь обязательно. И нажимаете «Продолжить». После этого у вас спросит регистрационный номер, куда вам необходимо будет оплатить заказ, то есть номер консультанта, вы его вводите сюда. После того, как ввели, вам необходимо будет указать сумму, которую вам нужно будет оплатить. То есть я сейчас подправлю себя, потому что я сумму не помню. Так, 53-55. Также здесь хорошо, что указывает сразу фамилия, имя, отчество, вы можете проверить. Нажимаете «Продолжить». После того, как нажали «Продолжить», еще раз можете себя перепроверить номер, нажимаете «Оплатить». Можете также сохранить шаблоны, если вам необходимо. Пожалуйста, мы ждем, мы ожидаем проведения платежа. Итак, у нас такая вот квитанция высветилась. Мы также видим Корзинок Татьяна Николаевна, еще раз подтверждение, что это куда мы оплатили. Все, заказ Oriflame оплачен. Спасибо за внимание. Елена Корзинок, проект «Территория роста», оплата заказа через интернет-банкинг Беларусьбанка.